счастья, попавший в яму. Счастье бродило по свету и всем, кто ему встречался на пути, счастье исполняло желания. Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и загадывали желания. А счастье, естественно, выполняло их, и люди уходили, оставив счастье сидеть в яме дальше. Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать, а спросил: «Тебе-то, счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье. Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой, а счастье побежало за ним.